Сейчас я выложила ролик. Девушка говорит: берегите свое життя, берегите свою жизнь и берегите каждый ее момент, потому что сегодня вы живы, а через два момента вас нет, или нет вашего близкого, или нет вашего дома. Вот. И следом за этим роликом я выложила, как был прилет в ТЦ, в торговый центр. И вы увидите там машинка, ребенок едет на машинке, родитель толкает ребенка на машинке. Девушка выбирает одежду, люди выбирают какие-то там украшения, просто вот и прилет вот в торговый центр. Ну вы не можете найти никаких других слов, кроме как вы убийца, и вы... Ну, я даже не знаю, какими словами назвать. Убийцы, да, оккупанты, да, фашисты, да. Мародеры, извращенцы, садисты. Ну, россияне, помогите мне со словами. Вы увидели внутри. Там не было никакого этого азовцев. Там не было никакого ЗСУ. Там мальчик на машинке ехал. С какой скоростью нужно толкать мальчика на машинке, чтобы ваша совесть была чиста?